Ликвидация тлеющих торфяников в Ангарском округе все еще продолжается. В минувшие выходные возле садоводства «Аэлита» подземные очаги тушили огнеборцы 3-го пожарного отряда. О возгораниях сообщили дачники. По информации администрации, торфяных пожаров в Ангарском городском округе больше нет. А вот в соседнем Усольском районе ситуация оставляет желать лучшего. В пределах 17 гектаров на сегодняшний день происходит горение, начиная в 4 муниципальных образованиях Усольского района, начиная от Кельмы, соответственно, и все до объездной Ангарска включительно, там везде происходит горение, тем более они сейчас активно производят бурение скважин для того, чтобы найти горизонты воды для тушения этих очагов непосредственно на месте, чтобы не на подвозной воде работать, а именно работать уже насосами с тех скважин, которые они пробурят. Тушить усольские торфяники помогают и ангарские брендмейстеры 3-го отряда, однако пока ситуация остается критической.